Здравствуйте, уважаемые телезрители! Эта правовая среда накануне жаркого лета посвящена наиболее горячим, даже горящим темам в сезонном контексте. Да, говорить мы будем о пожарах, и не только в домовладениях или квартирах людей. Весенний-летний период возгорания принимают поистине устрашающие масштабы. Так было на границе с Украиной прошлым летом, так происходит прямо сейчас в нефтеносных провинциях Канады в Российской Сибири. Кстати, по самым скромным подсчетам, у нашей восточной соседки в эти дни полыхает около 50 тысяч гектаров тайги в Забайкалье. А причиной катастроф специалисты в первую очередь, да и как всегда, называют человеческий фактор. Это когда от искры возгорится пламя. Бал травы. Неоднократно весенние полевые работы по расчистке пахотных земель на дачах уже в этом году становились причиной уничтожения домовладений. В Луевском районе именно по этой причине было повреждено сразу несколько домов. Общая площадь возгорания составила более гектара. А для тушения пришлось привлечь силы сразу нескольких спасательных подразделений. Тем же мартом, но уже в Рогачевском районе, красный петух разгулялся на гектаре земли деревни Тесновое. Через час после прибытия спасательных расчетов возгорание удалось локализовать, и все же не обошлось без потерь. Огнем уничтожены два нежилых дома и сарай. И местные жители не понимают, когда начинают выжигать на приусадебных участках вот эту сухую траву, и не понимают, что, какие могут быть последствия этим действиям. Вот. И в прошлом году, и в этом не исключение. К сожалению, вот такие действия приводят к трагическим ситуациям. Травмируются люди, и в том числе и погибают люди. Уничтожается строение, повреждается строение, выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерней и пожевных остатков на полях, либо непринятие мер по ликвидации полов. Здесь я хочу повториться, непринятие мер по ликвидации полов предусмотрена также административная ответственность. В Светлогорском районе в самом центре деревни Осташковичи горит дом пенсионера. Деревянное нежилое строение площадью 16 квадратных метров объято огнем. Неподалеку полыхает сарай. На тушение спасателям потребовалось всего 10 минут. Тем не менее, в результате пожара огнем уничтожена кровля дома и сарая. Повреждены стены по всей площади строений. Среди людей пострадавших нет. И снова причина пожара – выжигание сухой растительности. Правилами не запрещено разведение костров, однако должны соблюдаться требования, а это именно разведение костров должно быть 10 метров от зданий и сооружений, 20 метров от лесных массивов и 30 метров от скирд соломы и других грубых кормов. За нарушение требований пожарной безопасности, а именно статья 23.56, предусмотрена ответственность до 30 базовых величин. 30 базовых – это почти 6,5 миллионов рублей. Если сопоставлять с суммами возможного ущерба, то эти деньги – просто капля в море. Что уже говорить о лесных пожарах, здесь счет идет на миллиарды. В прошлом году беда пришла с приграничных деревень Черниговской области Украины. Кстати, туда, по спецкоридору, неоднократно выезжали наши спасатели и тушили горящие украинские села. Этой весной так было в Старых Ериловичах, куда экстренно направили спасательные подразделения Гомельского РО ЧАЭС. На месте потушили сразу несколько полыхающих домов, преградили путь огню дальше в лесной массив на границе с Белоруссией. Однако такой хэппи-энд, к сожалению, не всегда сопутствует нашим и украинским пожарным. За 2015 год произошло порядка 2000 пожаров у нас в экосистемах. Лесных пожаров произошло более 800 из них. Наиболее крупные пожары – это пожары, которые произошли на территории Полесья. Это Лельческий район, Ельский район. Довольно крупный пожар был на территории Полесского государственного рационально-экологического заповедника. Что касается пожаров Полесья, это все пожары были переходящие с определенных территорий Украины. Они, в общем-то, принесли наибольшие сложности в тушении пожара.
Недавние учения областного управления МЧС с привлечением дополнительных средств пожаротушения показали готовность спасателей к вызовам стихии. И не только к пожарам в экосистемах или жилых массивах мы готовы противостоять сложным возгораниям в промышленной зоне. Пожарный аварийно-спасательный поезд несет 170 тонн воды, столько же, сколько все автоцистерны Гомельского гарнизона МЧС, плюс полный комплект специального оборудования и средств индивидуальной защиты. Поэтически революционная. Из искры возгорится пламя, на бытовом уровне звучит совершенно устрашающе. Так на днях и случилось в одной из квартир многоэтажки в железнодорожном районе Гомеля. Квартира престарелой женщины сгорела из-за непотушенной спички. А в прошлом году – в Речице. Из-за шалости малыша со спичками погиб сам ребенок и его 80-летняя бабушка. Они обнялись, уснули и задохнулись в дыму. А бывает, в семье запойного алкоголика, кроме самого виновника трагедии, гибнут его ни в чем не повинные соседи, родственники, сожители. Пьяные пожары – это тема, которая годами не сходит с повестки оперативных межведомственных совещаний самого разного уровня. Давайте об этом поподробнее. Статистика неумолима. Почти 90% пожаров с гибелью людей происходит по причине злоупотребления спиртным. Развитие ситуации банальное. Выпил, закурил и уснул. Навсегда, разумеется. Случается, что в дыму пьяного пожара растворяется жизнь хорошо известного спасателям индивида. То есть смотровые комиссии, инспекторы пожнадзора, участковые милиционеры накануне не единожды наведывали гражданина. Увещевали, предостерегали и даже автономный извещатель устанавливали. Но прибор вскоре пропивался. Часто именно так и происходит, по уверениям специалистов. А сам гражданин забывался в дурмане последней рюмки, в дыму последней затяжки. Действительно, сегодня весь этот спектр мероприятий по данным лицам, он реализуется, он действенен. Но в действительности, если посмотреть, то все равно остаются те граждане, которых уже не изменит и сама система. Но здесь никто не останавливается работать, потому что даже хоть один отказавшийся от спиртного человек – это большой успех, это всех заинтересованных в этом, начиная от, наверное, их родственников, да, и заканчивая государством. Не удалось спасти запуянного жителя деревни Поселичи Хойникского района. По данным спецдонесения, к молодому, одиноко проживающему мужчине неоднократно являлись смотровые комиссии, представители пожнадзора и милиции. Их стук всякий раз оставался неуслышанным. Двери домовладения были накрепко заперты. Познакомиться с хозяином удалось только после его смерти на пожаре. Обгорелый он лежал возле газовой плиты, рядом пустые бутылки из-под спиртного и множественные окурки. На момент гибели человеку было всего 38 лет. Спасателями было обнаружено в доме достаточно сильное задымление. При проведении разведки и начала тушения пожара в доме был обнаружен труп мужчины и вынесен на свежий воздух. На свежем воздухе была констатирована смерть. В ходе проведения проверки было установлено, что мужчина 78 года рождения проживал один, характеризовался отрицательно, нигде не работал, много курил, злоупотреблял спиртными напитками. За 4 месяца текущего года в сельской местности Гомельской области произошло 137 пожаров. В огне погибло 18 человек. Предварительный ущерб от пожаров составил около 6 миллиардов рублей. В самом начале этого года в деревне Ляды произошла страшная трагедия. При тушении и разборе завалов частного домовладения были обнаружены тела 58-летнего мужчины и его престарелой матери. Впоследствии медики констатировали у этих людей смерть от отравления продуктами горения. Примечательно, что на каком-либо профилактическом учете этот дом не стоял. Хотя погибший мужчина при жизни характеризовался не очень лестно. Выпивал, курил. Но сами спасатели причину этого пожара видят отнюдь не в пьянстве. Причина банальнее – неосторожное обращение с огнем. В целом, если говорить о пожарах, которые приводят к гибели людей, да, то тут одно сказать, что основным условием их возникновения и приводящее к смерти человека является алкоголь.
И данный процент в прошлом году составлял 87,6% погибших людей от общего количества. Это были именно граждане, злоупотребляющие спиртными напитками. 4-5% это еще можно отнести к тем гражданам, которые совместно проживали с этими гражданами, ведущими соответствующий образ жизни. И, соответственно, не имели средств защиты своей жизни, то есть автономного пожарного извещателя, который бы своевременно сработал и помог им спастись. Кстати, об АПИ. Автономных пожарных извещателях стоимостью от $5 каждый. При пожаре в деревне Ляды, где погибли мать и сын, скорее всего, таких приборов не было. А еще одной возможной причиной возгорания там называют неисправность печного отопления. Тогда был январь, и печь эксплуатировалась на полную мощь, круглосуточно. То есть пренебрежение элементарными требованиями безопасности стоило жизни этим людям. Специалисты подсчитали, что каждое пятое возгорание на селе случается именно из-за неисправности печного отопления. А по сути, из-за банального недосмотра и элементарной бесхозяйственности. В целом, с начала этого года на ликвидацию всех видов пожаров аварийно-спасательные подразделения Гомельщины совершили почти 400 экстренных выездов. По данным за 4 первые месяца года, в городах зарегистрировано 104 пожара, в которых погибли 7 человек. За тот же период в статистике проходят еще 137 пожаров, но уже в сельской местности. Здесь огонь унес жизни 18 человек. Таким образом, периферия горит на 30% чаще, а вот смертность на сельских пожарах в 2,5 раза выше, в том числе из-за пресловутого печного отопления. Ну, в случае, если грубо имеется нарушение правил пожарной безопасности, принимаются меры административного воздействия. На сегодняшний день максимальный размер штрафа составляет 30 базовых величин за нарушение правил пожарной безопасности. Больше 100 граждан были привлечены за нарушение правил пожарной безопасности именно при эксплуатации печного отопления. И 30 граждан, которые неоднократно предупреждались о необходимости ремонта, были привлечены на максимальную сумму штрафа. На сайте МЧС Беларуси есть такая цифра. За последние десятилетия в стране на пожарах при падении с высоты из-за обрушения конструкций или насыпей погибли почти 350 детей и подростков. Об этом идет речь в документальном фильме МЧС «Цена мгновения». Работа посвящена мальчишкам и девчонкам, которые из-за недосмотра взрослых навсегда останутся детьми. И факт этот намертво зафиксируется на надгробной плите каждого ребенка. Река, озеро, лес. А порой не то, что дети, но сами взрослые не знают, как себя вести в телех условиях. А все это, ну, таит за собой какую-то опасность. И вода, и лес, да и какой-то простой, может быть, карьер. К сожалению, тому примеров очень много, когда несоблюдение элементарных правил, отсутствие контроля за нашими детьми приводит к ужасающим трагедиям. Республиканская акция под названием «Не оставляйте детей одних» стартовала в начале мая, и уже скоро, в День защиты детей, завершится массовыми мероприятиями на всех центральных площадках районных и областных городов и, разумеется, нашей столицы. Общественные организации при МЧС, учреждения образования, физкультуры и спорта и здравоохранения – все они активнейшим образом подключились к этой пропагандистской воспитательной работе. Главный посыл акции не нов. Сохранить ребенку жизнь, научить его безопасному поведению. Но, как показывает жизнь, слишком много еще детской смертности вокруг. Мы порой учим наших детей очень многому, начиная с детского сада и дальше, и дальше, и дальше. Но не учим их элементарным вещам, как выживать в этом беспокойном мире. Поэтому я убедительно прошу, чтобы не только тех, кто в силу своих должностных обязанностей, еще что-то, поучаствовал в этой акции. А эта акция, наверное, я сказал бы, всенародная.
Кстати, лишь этой акцией мероприятия по защите детей отнюдь не ограничиваются. Вслед за Россией материалы в белорусских СМИ по новому закону получат возрастную маркировку. Таким образом, вас заранее проинформируют, на какой возраст рассчитан тот или иной контент. Ну и пульт дистанционного управления вам в помощь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.